Все-таки, как ни крути, ну и архитектура берлинская, старая именно архитектура, красивая. Посмотрите, какие здания. Ну да, вон. Я не знаю, вам видно сейчас. Покажу. Центр. Нам только другой номер нужен. А так трамвай этот. Хорошо, погуляли относительно. Единственное, очень жарко. Вообще летом хорошо гулять после заката солнца. Но камера плохо снимает после заката. Ночная съемка не очень. Такая прогулка с трамвая по Берлину. Центр. Тут музеев много. Думаю, вам понравится. По поводу карточки я уже вам сказала. Карточка была только фотка. Фотка была, ее должны были отдать на руки ему. Но его помощник Петруэра, он решил по почте отправить. И сегодня он кинулся. Карточки у него нет, он говорит, у вас. У нас тоже ее нету. Где дома? Какие там? Ну, пока лето. С трамвая, знаешь, как красиво все выглядит. Совсем по-другому, чем просто. Пока лето, пока тепло. Ой, голубь, кстати. Что ты такое говоришь? На голову. Будет счастье кому-то. Кстати, до денежек. Ну да. Или повезе голову все равно, или повезе хорошо. Или будет, или денежка, или сегодня будет, или курка на кону не снесла яйца. Во что-нибудь поняли, напишите. Есть такая приказка. Курка. А, баба Галя. Курку била. Чо ти курку не знесла яйцешка? Может, про неї посажаєш? А золоте. А баба била курку, и курка внесла все-таки яйце золотое. Прикольно. Тут Эспен. Это новые дома. Людей относительно мало в трамвае. Относительно. Такой парк, люди на лужайках. Центр.
и остановки на проезжей части. Так что я снимаю. Я же не людей снимаю. Турецкие кафешки. А это не турецкие. Опус. Тихо говорю, потому что на весь трамвай кричать не собираюсь. Кстати, знаменитые берлинские часы по всему городу почти. Люблю наземный транспорт тем, что можно проехаться и все посмотреть. Кстати, что хочу сказать. Вот эти магазины, вот эти цветочные, в основном держат вьетнамцы. Магазины хорошие, люди вообще добродушные. Хорошие магазинчики. Поцарапанная в трамвае. А дерево красивое. Я знаю, камера через стекло не передает, но я увеличу. В предыдущем видео, которое вы смотрели, по поводу того, что Стас карта потерялась, рассказываю. Карта изначально пришла к его Петроеру, к опекуну. Да, да. Опекун ее сфоткал и отправил на WhatsApp. Что пришел уже документ, приходьте, забирайте у опекуна документ. Да. По итогу Стас в больнице был. И карта была у опекуна. Да, и он решил отправить почтой. Я ему звонил, не отправляй почтой. Он сказал, что это его коллега. Помощник. Помощник отправил на почту. Ну что сделаешь? А вы пишете, что неправда. Я же говорю, люди, которые привыкли врать, они всех судят по себе. Так что не надо по себе судить, а лучше прекрасного вам просмотра видео.
дорога такая. Трамвайные пути. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь.